Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazon Roleplay, первый сервер. У них здесь Кирилл Путбулов, и это вообще неплавное видео. Внеплановое видео, короче. Мне написал Тимоха Домино, что, блин, дом по возрасту стоит, типа, он говорит, типа, хуже забирай себе. Ну, блин, у меня же дом есть, как бы, и госка маленькая, 500 тысяч всего лишь, как он написал. Здесь я не перепутал, вроде госка 500 тысяч у него. Дом этот находится в Корякино, госка у него 500 тысяч, сейчас там Тимоха его сторожует. Буквально 5 минут назад он мне написал, я сразу бабочки снял, и вот еду к нему. В данный момент, в принципе, так, аккуратненько, блин, этот сарай вообще не рулится. Я просто зашел на базе организации, потому что Корякино здесь ближе будет. О, какая дискотека просто. Так, видимо, вон там дом находится. По ГОСу или где? А, вон, вот дом по ГОСу. Вот он. А где сам Тимоха вообще? А, вот он. Вот Тимоха. Давайте я ему дам денег. Так, пай. 154. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, по-моему, все, да? Еще раз, по-моему. Так, таймим на всякий случай. Все, пусть он все покупает его. Давайте напишем, поздравляю. Поздравляю. Бля, он в доме, блин. Пусть он дом откроет. Так, средний класс, пацаны, кстати, неплохо, неплохо. Средний класс довольно-таки нехило. Вообще нормально. Поздравляю. Средний класс еще вообще топ. Ну реально средний класс. Открой его. Открой его. Я хочу глянуть. 600 металла, 400 ГОС. 400 чё? Давайте попробую зайти. Блин, я не помню. Так, команду ему написал, короче. Давайте пробуем зайти в серединку. В принципе. В серединку попробуем зайти. Не, ну нормальная хата, чё. Чисто дом похож сорвал. Я не понимаю, почему никто не купил. Неужели дома... Блин, дом похож, он стоял похож 20 минут где-то. Его никто не купил. Очень даже странно. Давайте напишем. Нормальная хата. Давайте посмотрим, что вообще есть. Огород. Так. Сортир есть. Ну, там дырки где-то. Парковка. Можно машину сюда загнать? Интересно. Ну. О, да. Можно машину загонять сюда. Блин, круто. Нормальный такой дом, кстати. Даже очень хороший. Прям шикарный. Надо продавать сразу при госте тит же. А что, Корякина? Корякина не будет? Что ли? Что, Корякина не будет, что ли? Ладно, короче, чуваки. Тимоха будет этот дом продавать. В принципе, возможно, когда вы смотрите видео, он уже его продал. Но я чисто решил ему помочь. Блин, надеюсь, меня, блядь, не деактивируют, сука. Как я тогда ему лям дал, меня просто деактивировали. Я просто тайм еще сделаю, потому что, блядь, это пиздец будет. Если меня обратно деактивируют этот аккаунт, это будет реально полный пиздец. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. From the outside, I was from the